Террор 2015. Под таким названием в Джалабаде прошли учения силовиков. В военном марш-броске, кроме сотрудников милиции, участвовали все силовые и фискальные структуры. Также были приглашены представители военных частей, участников Баткенской и Афганской войн. Всего в учениях приняли участие более 1000 человек. По сценарию весь личный состав силовых структур был поднят по тревоге. Строевым маршем из центра Джалабада они прошли около 20 километров до Сузакского района. Основные события развернулись на военном полигоне. Военнослужащие показали свои умения по военно-прикладным видам спорта, стрельбе из различного вида оружия, перетягиванию каната, метанию гранат. Кроме того, они были ознакомлены с новинками вооружения и спецсредств. После учений для военных была организована концертная программа и полевая кухня. Это мероприятие является первичным этапом в целой серии учений по предотвращению терроризма. В ближайшее время милиционеры планируют тренировки по освобождению заложников.